Последний, ну, московского патриархата, какие благодарности. Угу. Где эти книги находятся? Угу. Посмотрите, пожалуйста. Теперь центральные библиотеки страны. Не просто центральные, а первые библиотеки. Так, а можно копии оставить эти все? Нет, это никак, это мне. А копию? Нет, копию сделаем. Так, минуточку, разрешите еще вам дать. Подождите. Вот смотрите, Кемерово. Теперь посмотрите. Главная библиотека страны. Сейчас я покажу. Это библиотека имени Ленина. Тут в Аверке, ну, хоть какие у вас специалисты, но я думаю, давай, вот, библиотека имени Ленина. Дальше Москва, парламентская библиотека. Вот она. Угу. Библиотека. Хорошо, хорошо, ладно. Наша алтайская. Так, давайте мы сделаем так. Вот только вот эту вот копию. И вот эта, которая там копия, вот это вот, это очень интересно. Патриаршая, видите. Это, эти книги сугубо православные. У меня брат, он протоиерей. Посмотрите, симфония на шитье открываем. Смотрите, какие благословения. Два епископа. Так, вот это хорошо. Вот наши беседы с Александром Мени. Их нигде больше нет во всем мире. Да. Приватные беседы. На ней я дал интернет версию. Они там в аудио. Этим книгам просто аналога нет. Вот эти вот книги, сейчас покажу. Трехтомник. Второе издание. Они просто вот. Полное толкование. Подарок Путину, Медведеву, Патриарху. Посмотрите. Ну, я показал, какие это так. Это что? Государственная историческая, вот эта московская библиотека. Это тоже важно. Так, ладно, хорошо, хорошо. Зоя Георгиевна, знаете что? Так, давайте составим, как сказать, договор пожертвования, так? Вот. Ну вот, показал, что вот сколько в библиотек приняли эти библиотеки. Да, ну, да. Ну, в Кемеровской, если они... Значит, Кемеровская, парламентская. Мы же ее всегда можем взять. Из Кемеровской. Мы ее всегда можем взять. Ну, ладно. Взять. Пусть, если они тут приехали, посмотрите. Областная библиотека могла бы разослать нам всем, но тоже нет, проблема оттуда забирать литературу. Специально для вас приехали. Вот смотрите. Ну, ладно, это не просто вербище. Я в разных милициях... Все понятно. Вот, смотрите, это 300 поэтов России за 300 лет. Что говорили про определенные тематики? Это огромные темы. У нас, видите, нет шапошниковой комплектования. Ну, она уехала, я знаю. Да, да ну и что? Все равно, ну зайдите в этот каталог, посмотрите, нет ли его в списке. Вот. У нас, знаете, вот ограничения такая, какие? Письма православия. Это 40 лет собирался материал. Так, все понятно. Старался. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, только мне, чтобы не потерять. Аксану Федоровичу.